Андрей и Алексей Чадов с детства были невероятно близки. Они рано потеряли отца, он погиб из-за несчастного случая, и с тех пор привыкли все делать вместе. Вместе дрались с хулиганами в своей школе в бандитском районе Солнцево, вместе поступили в театральную студию, а потом в училище имени М.С. Щепкина и закончили его, вместе снимались в фильмах. В сериале «Дело чести» они сыграли братьев, влюбленных в одну девушку, в роли ее снялась, кстати, Агния Дитковските, которая была женой Алексея Чадова. Как оказалось, эта похожая непростая история произошла с братьями и в жизни, 7 лет назад они тоже влюбились в одну женщину. Это был тяжелый период. Мы не общались с братом целых 2 года. Я очень страдал, я сделала огромную ошибку по отношению к брату. Если бы я мог вернуть время назад, я бы сделал все, что угодно, чтобы эта история не повторилась. Так получилось, что тогда жизнь смяла старых друзей. И брата не было рядом, я был совсем один. И еще жил за городом, никого не видел и совсем одичал, но в результате через 2 года брат сделал первый шаг в мою сторону, хотя виноват был я. И я ему за это благодарен. Я знаю, нас не разорвать. На время, может быть. Но мы связаны друг с другом. И так будет всегда, рассказал Андрей в программе Бориса Корчевникова «Судьба человека». В отличие от Алексея Чадова, Андрей никогда не был женат. Но, возможно, скоро эта ситуация изменится. На программу Андрей пришел со своей возлюбленной, актрисой Анастасией Виноградовой. «Я искал нормальную женщину. Просто спокойную, адекватную, понимающую. И думал, таких нет. Настя появилась в моей жизни буквально год назад. Мы познакомились на съемках. Помню, я ее увидел и подумал, какая красивая девушка. Стройная, высокая. Я думал, таких девушек уже нет. Она еще и умная, глубокая, образованная. Она меня просто покорила. И не только меня».